Торгово-развлекательный центр «Фестиваль» – одно из любимых мест жителей Ангарска. К Новому году его оформили в стиле шоколадной фабрики. Здесь посетителей радуют сладости. Огромные пончики, гигантские леденцы и конфеты. Центром композиции стали парящие сказочные сани. Для всех желающих порадовать родных и близких в торговом центре работает сладкая ярмарка. Ангарчане с удовольствием приходят в ТРЦ «Фестиваль» в преддверии праздника. Есть новогоднее настроение, город украшен. Ну и у меня заставка в телефоне специально, чтобы новогоднее настроение поддерживать. В городе пока как бы не видел эту красоту, пока не, работать все это время мало. А так, думаю, что нормально должно быть, все хорошо будет. Вовсю готовятся к Новому году иркутяне. Украсили к празднику торговый центр «Яркомолл». Его оформили в стиле хендмейд. Под куполом расположилась парящая в воздухе композиция из серебряных и золотых шаров с веселыми героями. В цокольном этаже фотозона. Там посетители смогут присесть отдохнуть, а также сделать кадры на память. Гости торгово-развлекательного центра активно закупают подарки и продукты к новогоднему столу. Конечно, есть новогоднее настроение. Торговый центр очень красиво украсили, приятная музыка, приятные покупки, все классно. А модный квартал оформили в стиле золотой классики. Тысячи подарочных коробок, более 500 елочных игрушек и миллионы праздничных огней зажглись в этом году в торгово-развлекательном центре. Елочки, олени, снеговики и сказочные сани Деда Мороза в дизайнерских шарах. Сувениры, сладости, игрушки и елочные украшения увидят гости праздничной ярмарки. Она находится на первом этаже. Мы стараемся создавать неповторимую атмосферу новогоднего настроения. Каждый раз использовать разные концепции и идеи. И новогоднее оформление должно получиться интересным и завораживающим. От лица управляющей компании Night Frank я хочу поздравить жителей города Иркутск и Ангарск с наступающими новогодними праздниками, пожелать счастья, здоровья и успехов.